Здравствуйте, друзья! Мы выпускаем новую книгу, посвященную академическому рисованию. Мы решили назвать ее «База академического рисунка». Это, так сказать, основа, где показан путь, который проходит начинающий художник, когда рисует гипсовую голову, или рисует портрет, или рисует фигуру. Здесь как раз все эти образцы показаны. Вы можете в этой книге увидеть тот путь, который проходит любой художник, когда компонует лист, когда развивает пропорции, когда наносит графическое решение. Так что если вы найдете эту книгу, то там эти стадии будут показаны. Так она выглядит спереди, так она выглядит с торца, с обратной стороны. Ищите эту книгу в магазинах, скоро она там появится. И увидимся снова. Всего доброго. Да, и, конечно же, ссылка в описании. У вас есть возможность получить книгу со скидкой по предзаказу.